Утро понедельника. Блокпосты на въезде в Алматы. Пытающиеся въехать в город стоят в пробках, которые растянулись на сотни метров. Жители области, услышав об окончании ЧП, собрались в мегаполис, но попасть в Алматы удалось немногим. Через блокпост на Кульджинском тракте, по наблюдениям корреспондента Азаттыка, пропускали только людей с городской пропиской. Другие, после многочасового ожидания, развернулись. На блокпосту в западной части Алматы несколько человек жаловались, что не могут покинуть город. Кто не может попасть к родным, другие на работу. Акишем Батанда тұрат. Соксыздер көрмегенде уже 2 айдан асып кетті. Қазір өтіп барып, үйге әкеліп, ауза шар қазір мысал үшін. Ораза кезінде баньсаға барып, үйге қаратып дегендей. Не ай осы не жақта жұмыс істеймін. Қазір енді жұмысы жатыр. Жатырмыз, жұмысы жоқ, жұмысы жоқ, не істейміз енді. Өте алмаса қаяқтан ба, қаяқтан жұмыс болады. Не өткізбейді. Журналистов тоже не пропустили через блокпост на выезде из города. На трассе у черты города образовались заторы. Дачадан келе жатырмын. 2 сағат тұрған шығар. 2 сағат тұрмын ба? Ал жалпы адамдар өте көп пе ол жақта? Білмеймін, дачада болғаннан кейін негізі көп ар жағында. О том, что блокпосты останутся, несмотря на снятие режима ЧП, власти объявили только вечером 10 мая. На заседании Госкомиссии в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что карантинные меры будут ослаблять постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. По последним данным, в Казахстане выявили свыше 5000 случаев заражения коронавирусом. Более 1500 из них приходится на Алматы.